Если б не было учителя, то и не было, наверное, ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника. И поныне бы, наверное. Если б не было учителя, неоткрытые Америки оставались неоткрытыми. И не быть бы нам икарами, никогда б не взмыли в небо мы. Если б нас его стараниями крылья выращены не были. Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен. Потому нам очень дорого имя нашего учителя. Удачи вам, сельские, городские, уважаемые учителя, добрые, злые и никакие, капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты и асы, удачи, особенно по утрам. Когда вы входите в школьные классы, одни как в клетку, другие как в храм. Не на словах, а по вещи и традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителем надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия, главное – на земле. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя.